У нас есть все в этой жизни для комфортной игры. Сангл, где спальня? На мне тикает. Не, это не игнорим моба, добиваем до конца. Добавим стоп пул. Не знаю, возможно. Потом поэкспериментирую с этим. Сейчас каст будет, собью. Понял, блять, уже сбивать нечего. Вот можно выпить. Ох, нихуя себе какашку ставить. Аккуратней! На самом деле, то, что нам прокнула верхняя кара, это реально халява. Я считаю. На этих аффиксах. Я считаю, да? Типа того. Единственное, может, и проблема будет, это на мосту перед мостом. Так, успокойся. Я, блядь, специально солбил взял, чтобы типа мог просто здесь за... А, ну, вот, ну да, то есть, там трэш, и он, типа, единичный, там не уешь. Просто не думай, дамагай. Просто я с плечами, я же второй буст нажал с плечами, блядь, правда. Найс. Сейчас, 2 секунды, вот. Го. Ну, а как сильно дамажит? Нахуя дамажит? Нормально дамажит, я вам скажу, этот обстрел. Не, в том плане, типа, этот, прожимать МС-ку нет, думаю, нет. Конечно. Следующий каст ваш. Бля, босса сейчас авейдну. Да-да, сейчас. Быстрее. Уйдите назад. Да, можно тут стоять, вообще похуй, вводи его просто и все. Не бейте, а то, блядь, переагнется. Ну, пулю она на счет. Угу, го. Бейте next. Пулю дальше. Щу пулю, так, наверное, щупаю. Мой каждый, наверное, будет так. Угу, угу. Че, Геру с пула или под фазу? С пула, конечно, чуть-чуть тянуть-то. А, так щуплый дает Геру. Что, я мог приступить по регенерагу? Блин, тихо. Угу. Заевай, Авейт. Быстрее вейт. Он переагрился на кого-то, зачем вы его убьете? На суше, он на суше переагрился. Ну, бля, я его вообще не трогал, ёбаный. Ну как? Ну, давай. Ну как раз нормально, он пока появится. Бля, пота 40 сек. Ну а зачем жалко уже, ну? А чем мы? Ну успеешь, успеешь. Погоди, не пуль, да. А пота 27 сек. Что потом сейчас появится? Бэлл спала, конечно. Искра сейчас прыгнет в мили. А если нет? О, прыгнула. Сангок, дай сейф. Сангок? Бэр, Сангок. Да уже по искрам играем.
Тебя хиль? Армендер, ты тоже шел в соло билде? У меня нету билдов. Левендер как раз по истинам заебись на мапу. Да, конечно, босса. Пятнашка это даже без раника. Солидно так. Ну да, по искрам. Искры что-то, блядь, далеко спавнились. Мы бы так их сразу свичнули, а уешнули бы. Лё, смотритель 8.6 я вам выдал. Моб в нашу сторону идет. Ну, прыгаем, прыгаем, да. А наш трима есть, алё. Но он не контролится. Чё, бьем его? Да, да, да. Давай. Дальше ждем, уже будет давно вообще. Не, так там пока кто-то что-то шел, загружался еще. Шарики пьешь, нет? Да, под сейвом стал. Да не, если моба убить, да, то шарики это... не взрываются. Вставай, Сангок. Из войдов выходите, они ебанутые. Так, выхожу. Так. Шмотки бы сменить, то боюсь им. Все найс. Вот, лучше бы ты поставил албада, как мы сделали. Да, ресни, пожалуйста. Сейчас. Пробеги на другой конец, Сангока, ресни его, но... Чё-то пустых смертей, как я. Нормально, что я... 4 миллиона въебало мне? Конечно. За мобу, наверное, же, считается. Типа... Да-да-да, я тоже так думаю. Тыч-тыч-тыч-тыч-тыч-тыч-тыч. Я готов. Я тоже готов. Ну и кто-то спрыгнул раньше. Ладно. Все, мне ГМ отказал. Потому что просто предупредили, потому что показался подозрительным большой перевод колды. Ничего страшного. Ничего страшного. Я собью, я собью. Собью, Макс. Лёд. Блядь, давай лёд нахуй, давай. Блядь, стоять правда. На месте. Слушай, нормально всё. Мой каст. Рефлекшу. Мой. Ну, блядь, ну, почему не наоборот он дал фазы, ну? Что-то хотел сказать, это самое... пофиг, забыл. По поводу смертей, фаз, чего, вспоминай? АП, лек, дамага, потов. Не сбивай, только, пожалуйста, много лишнего. Сейчас говоришь, окей. А про это сказал, а про это не сказал. Да нет, не такая безважная информация была, что я забыл, значит. У меня есть собственных 3% самоисцеления. И ты от меня. Так, я ощупаюсь, что у тебя БР, да, есть еще? Ну да, но я сейчас потом даже БР буду. Ну просто у меня 6 минут еще кулдаун, а Гера 6 минут, так что типа... Конечно. Такие дела. Так круто общаться с ГМом, когда ты 13-й ключ подходишь. Давай, Велосерк. Попробуй сократить ее, и будет все нормально. Ну и, как вариант, расписывай несколько сообщений, потому что если напишешь что-то вроде более 500 символов, твичевское сообщение, то он его, ну, не отобразит. Сангок, ты первый сервер соберешь под бопом? Я могу первых сфер сколько угодно собрать. Поставлю босса квадрат мордой. Тогда я с хвоста буду ловить. Ну все, давай. Ты первый ложь, да? Да, давай я с хвоста как можно больше пославлю. Да, я на втором славлю. В принципе, Рейн, бей, давай ты лучше пизду босса бей, я побегаю, пособираю.
А у меня бурстов нету пока что. У меня 30 секунд еще. Я это самое. Это самое. Я почаржусь, но все равно босса потом разверну в итоге. Так что. Остальные не ловите лучше. Не орите, блять. Вот как раз верки поймаю, потом у меня бурз будет. С той своей стороны лови, я здесь ловлю. Вот я с хвостика, ребят, сейчас. Так, что, сколько там? Ну, три штуки постараюсь. Что-то, блядь, с моей стороны вообще не летит. Все, четыре поймал. Да, суши поймал, сангук поймал. Сангук, сливай сферу. Сейчас проведу босса, чтобы вам почиститься было легче. Не в открытии, просто удобно ловить. Да-да-да, добиваем босса. Охуенно. Я даю чаржи в ревендера и не двигаюсь с места даже. Забавно. Что на крысе? А, о, охуенно. Поэтому собрал сверх много, потому что на крысе был. Разбойник, скрытность. Весь наносимый дамаг увеличен на 20%. Здорово, 7.25. Заебись. Все, пулем. Всех собирать? Давай. Пошел. Бой. И ногу на пуль, Макс, блядь. Почему? На пуль? Ну, наверное, я уже далеко, потому что. Потому что я, наверное, далеко уже. Под вулканами только вот аккуратно, смотрите, гайс. Малейки сейчас. А у меня пэты забагались, я думаю, что за хуйта. Разбирайся с пэтами, не умри только. Собирайте сверки, бафайте дамаг себе. Пытаюсь. Я веду потихоньку, они это, взрываются. Нам жить надо, а не бафать дамаг, блять. А, эти сверки еще и взрываются, прикинь, да? А я и не ощущал этого на низких ключах. Ты дебил, ебано. Так, мы. Ну а че вы их не ловили? Ладно. Я тогда кушаю. А, я в бою, ладно. Ждем, пока все они разбегутся. Сверки. Лежим, ждем. Ну вставайте. Так, чё ж такое? Вот теперь встаем. Кушаем. Полностью сломан, весь красный полностью. Ставь себе джипсы. Ебать. Сверки, блядь, ловите. Они ба. Мы готовы? Я готов. Блядь, давай тогда теперь по чуть-чуть. А, я ещё на суши напулил. Заебись. Не, типа был вот этот, был бы у нас типа, а я убил-то еще кого-то из вас, типа смогли бы, просто, мы же, это по крайней мере не имеет смысла ради этого пока только делать, короче, на пульке маленькую и все. Ну да, так нет, я-то спросил у вас, говорю, все пулем? Да. Отводи, а? Да, я вас отвожу. Блядь, не ловите их, я вас. Что за пиздец, блядь? А пак надо пилить просто. Ну и ебут, вот и все. Ну укреплен. Окей, ложусь. Не вставай. А у меня билд, короче, надо было брать, мне все-таки похоже. Так это единственное место, где он нужен был. Думаешь? На. Погнали. Раз моб, два моб и хватит. Там еще будут пак мобы или не скажи? А, чуть-чуть. Да, да. Окей. Потому что, типа, мы же не ходили сюда выше 12-го, по-моему, ключа. И я, типа, вообще не обращал внимания на эти сферы. Типа, и такое. Что они прям реально чересчур ебут. Макс, паки справа. Ну вот, да. Блю. Я ж это, от крови убегал. Так-то да, если бы не вайпнулись на 3 даже успели бы. Ну пофиг. Нас босс так не похорал, да, этим мобом. Ну, блядь. Сейчас, ну, блядь, так, ну. Чё, ещё надо змеев пулить, ради процентов? Давай, да. Так, тут у нас 4 моба, мы справимся. Или 5, или 6. Не ощущаю. Понятно. Нет, подожди. Подожди, сферы, сферы, еще раз, вот прям вот, чтобы заебись по ним устоялось у меня мнение, их надо ловить, чтобы они не въезжали и не взрывались. Отводи, не въезжали, блядь. Я отвожу, не ссысь. Вижу, ты пиздишь стоишь, но бы стоять не двигаются, вот только на тебя крики, только ты после этого поем, Макс, скажи, я хуйня рисует. Это прокает так, вот они встанет. О, вытянули, заебись.
Привет, место кончилось. Сюда сейчас поведу. Дожили, блядь, место кончилось. Ну, блядь. Да инст маленький, сука, пиздец. Каражан. Понял, придумывали тут. Отведу его чуть-чуть вниз, этого моба, да. Я бустану в него. Сейчас, да, я его сагрю. Так, какого хуя с меня метка слетела? Вот теперь стоит меточка, отлично. Ты главное следующих от шахмат не сдохни, как в прошлый раз, окей? Ну вы вперед меня не запулите, я не умру. Да, дайте ему первым пулить просто и все. Типа, куда лететь, зачем лететь-то, ну? Смысл? Сверки высосать придется. Ну хотя, если мы его быстро убьем, тогда не придется. Но в одну я уже встал. Нет, с бесом аккуратней. Беса убить? А, блядь, бес. Да, он успел исполниться. Угу, велосерк, окей. Прочту. Кейтрини у суши бэка? Давай глянем. Колпачком. Давайте посидим, посидим, покушаем. Ока, кристалл, кристалл. Блин. Вниз прыгните и там кушайте. Да? Ну чё? Короче, РЧ даю. Да чё РЧ? Подожди, кто-то ест ещё. Это полноценный босс на укреплённом. Так что это самое. Найс, у него хп. Кокси, вот это норм. Ебать хп. Давайте ферзя заклеваем. Давайте, давайте, кливайте. Конечно. Я бы лучше по ферзю вообще просто сыграл. Я, давайте играйте по боссу, я в ферзя влился. Делайте действия. Вы просто подуешите. А, он забафнулся, понятно. Что за шахматы кукушку-то подъявляют? Ну, конечно. Вам же фигур хватило. Хм, да-да-да-да-да, кстати. Бьем босса. Босса надо, то фигур не хватит еще. Значит, подход еще с коня. Он разве, у него разве царственность висит, когда фигура заканчивается? Не знаю. Царственность с него пропадает на 30% хп, это я точно знаю. Конь. По слону может всегда. А, вот по нему совет будет. Кливайте обязательно слона. Все, я бурстанул, пожалуй. Вот давай, Ревендер, как вот элементалий кливал, вот давай так же. Прям вот, блять, чтоб за всю хуйню. Ой-ой-ой. Убить слона, я не могу убить слона, блять. Почему? Ты же вне цели. Сука. Что, мам? А, чуть позже. Я сказал уже когда. Чуть позже выйду. Да, шахматы ебут. Я просто лак, я просто сижу. Не-не. Первый каст на боссе на всех платформах, я всегда рефлекчу. Окей, то хоть сколько мы потратили времени на шахматы? Сейчас чекнем. 2.30. 2.30. Ага. Охуеть. Я тебя сразу да нет, тут нужно просто фолс улобил. Да-да-да, вот, нет, Сангок, я озвучу, когда диспелить. Потому что я могу быть рядом с боссом и такое скажу. Себе. Кушайте. Мы ж только ели, никто не дох. А, ну окей.
А светокрыло? Гера крадовать спала? Не-не-не. На третий. На третий. Нам нужно именно, пока он кастует, за это время убивать. Ну, грубо говоря, это манекен под это время, нам надо под Гера его убивать. Угу. Все остальные фазы нужно им без Гера. Кстати, мобы короче будут, там контролить или нет? Ну, мобов зальем, мы их под босса подбьем. А первых мобов? Каких первых мобов? Ну, когда только прилетаем, ближайшие мобы же есть. Ну, за Гера за контролю одно. Окей. Давай, чё. Ну, успеем убить его за минуту. Первый кастрих легче. Ну и кто-то сбил. ХП как у короля. Заебись, придумали. Да я случайно сбил, не ной. Мой, давай мой. ХП. Слушай, сейчас вроде твой. Диспель. А, диспель. Сейчас я кикну. Следующий я рефлекчу. Я уже перевод. Ну да, блять, пиздец. Кстати, свои шары тоже можете поймать, осторожно, без них. Да-да-да. Не могу это запрыгнуть в этот портал, меня не кидает в портал, алло. Свои шары, говорит, поймаю. Да. Как бы ты ни смешно не звучал, мне приходится патчев отзывать. Перед порталом. Дефлекте. Собью еще сейчас. Угу, после тебя собью, слушай. Твой кастер. Ой. Угу. Щупает твой кастер. Мой сейчас будет. Сейчас... А, окей. Бегаем, бегаем. Сангок диспел. Я черепаху прожал. Диспел, все есть. Смотри, сейчас рефлекчу. А, окей, фаза. А, завод. Это Garrison Mission Manager. Угу. Все, попер на бас, на бас. Бэл, давай. Геру. Изи собор 17-й. Отлично. Чё прокнул, Рэй? А, чертоги. Неплохо. 3-4 ляма АП дали, неплохо. Го? Ну не сегодня уже. Го. Или сегодня. Го. Чертоги, ёпта, ты охренел.